купил я на Брингли светодиодную ленту. 5 метров ленты стоит 115 рублей. Купил 2 штуки для подсветки своего подвала. Здесь у меня такой технический этаж, высота потолка 2,20. Ничего не хотел вешать на потолок, чтобы это не висело вниз. А лента идет вплотную. Так вот она светит. Очень светло. Потребляет одна лента 0,8 ампера, две ленты потребляет 1,6 ампера. Соответственно, лента грелась достаточно так сильно. Чтобы она грелась поменьше, я перед ней ставил вот такой кусочек другой ленты в качестве сопротивления. Здесь где-то сантиметров на 40 ленты. А на выходе этого кусочка уже будет 1,5 вольт. На выходе этой ленты будет уже 1,5 вольт. И на каждую ленту, получается, поступает не 12,5, а всего 1,5 вольт. Она светит чуть-чуть потемнее, но зато вообще практически не греется. И очень долго прослужит. Так вот, я на скорую руку залепил, просто чтобы было светло. И стало очень светло в этом помещении. Здесь 18 метров площадь. То есть где-то вот ватт 20. Ну, по умолчанию там, по-моему, 24 ватта. Но на самом деле меньше она потребляет. Так вот светит самая-самая дешевая лента с Брингли. Некоторые светодиоды как будто бы темнее светят. Но это, скорее всего, они просто как-то стоят внутри ленты неправильно, потому что вблизи это все очень хорошо. Вот такой вот яркий свет.